с помощью мини-панели управления Zipata, RFID и контроллера Raspberry можно настроить управление режимом охраны. Для начала добавим мини-панель в контроллер Raspberry. Добавить новое устройство. Для этого нужно нажать на тампер на 1 секунду. Идет настройка устройства. Теперь нужно настроить время пробуждения, установив его 10 секунд. Опять же нужно разбудить, нажав один раз на тампер в течение 1 секунды. Затем нужно установить панель управления, чтобы тампер был в несработанном состоянии. Кладем на стол. У нас появился один виджет. Теперь нам нужно добавить режим охраны. Для этого в приложениях выбираем мини-панель управления. Для того, чтобы заработало приложение, нужно провести первоначальную инициализацию. Для этого один раз введите любой код. Теперь приложение готово работать с панелью. Задаем имя. Выбираем Switch мини-панели. Задаем время на задержку постановки на охрану. И задаем первого пользователя. Код от 4 до 10 символов. Сохраняемся. У нас появилось два дополнительных элемента. Первый элемент показывает состояние тампера. Если тампер сработает, то его состояние будет on. Тампер сработал. Через минуту тампер вернется в первоначальное состояние. Виджет режима охраны. По этому виджету можно ставить дом на охрану. Его можно как активировать вручную, так и с помощью панели. Для того, чтобы снять с охраны, нужно нажать кнопку Home и ввести пароль. Режим охраны снят. Точно так же можно поставить, нажав кнопку Away. У нас установлена задержка на постановку на охрану 30 секунд. Через 30 секунд, если мы не отменим постановку, виджет перейдет в состояние режим охраны включен. Виджет стал в режим охраны. Теперь добавим RFID метку. Для этого переходим в настройки модуля и, например, в ячейку 2 добавляем метку. Нажимаем кнопку «Использовать метку вместо кода». Сохраняемся. Переходим в события для отображения состояния. Для того, чтобы добавить метку, нужно нажать кнопку Home и приложить новую метку. Как видите, новая метка добавлена. Теперь мы можем поставить или снять с охраны точно так же, как мы использовали код. Для того, чтобы снять с охраны, нажмите Home и приложите метку. Режим охраны снят. В событиях мы видим, кто снял охрану и когда. Спасибо за внимание.